Девчонки, всем привет, всем доброе утро. Ну, у вас утро, я так думаю. Нормальное утро. У меня сейчас продолжение вчерашнего дня, потому что время 2:32. В общем, я легла нормально в 10. Начала склеивать кусочки. Пока склеивала, поняла, что мне не хватает памяти. Я сегодня буду ее чистить на телефоне. Мне все забилось, снова все забилось. Потому что я очень много тех гивов, которые я смотрю при моей трансляции по ноготочкам, я их записываю на экран телефона, делаю запись экрана телефона. Вот, и там по 40 минут, по часу есть, по полчаса очень много. Вот, поэтому я хочу это все перекинуть на компьютер. Пробираемся. Да, Джейк, ты тоже не спишь. Ты пришел снова меня поддержать. Да? Снова у меня поддержка есть. Ночная. Чего? Так, еда у него есть, он не просто так кричит. Он не просит кушать. Он только что получил порцию. Чего? Мама не спит. Угу. Вот. Я не знаю, что делать. У меня вот после... Вот я начала сохранять видео. Я его загрузила на YouTube, на каналчик. У меня как будто так пум. И такой бодряк появился. У меня столько в голове сейчас идей всяких. Как будто, я не знаю, взорвется сейчас. Я лежу, вроде пытаюсь убрать телефон. И у меня начинается... Так, вот это вот так сочетается, а там вот это вот, а вот у меня какие-то бэкфлипы, или как оно называется, с прошлого. Что-то вспоминать, какие-то моменты, я не знаю, какие-то прогулка, там как мы с коллективом маковским ходили жарить сосиски на залив. Я так и думаю, что происходит. Сижу в Пинтерест, смотрю всякие фоточки, но не могу я уснуть. Я не знаю почему. Реально не могу. Плюс у меня... Я по-любому завтра встану рано, во сколько бы я ни легла, и не легла бы я вообще. Потому что у меня завтра занятие. Где? Ну, как обычно. А потом стол за тебя постоянно убирать. Знаете, у нас уже привычка выработалась. Когда мы садимся кушать, стол надо протирать, потому что по-любому вот это вот создание красивое, по-любому вот так вот лежало, что-то делала, что-то кусала, что-то смотрела. Да? Ой, ты мое золото. Не оставляет меня одну. Да? Красотуля. Ладно, девчонки, не знаю, буду снова снимать, контролить, но вот проблема у меня с этим, реально, хоть таблетки пили, я не знаю. Еще хочу добавить, у меня сегодня было такое чувство, вот вечером, да, когда я уже собиралась, типа, ложиться спать, как казалось, не получилось, что я сегодня провела день просто зря. Типа, знаете, меня мучило такое внутри состояние, что я не повторила слова по-корейскому, я не посмотрела какую-то грамматику, я не посмотрела никакой из вебинаров по ноготочкам. Я, ну, вообще полный ноль. И типа, блин, я такая плохая, типа, я сегодня ничего не сделала, потеряла там несколько времени своего драгоценного, типа, вот время ушло, его никто не вернет, уже ночь, а может это посмотреть, а может то посмотреть. И, в общем, вот. Как-то выходной, как бы я отдохнула, да, но вот в голове, типа, я ничего не сделала, я вот очень-очень плохая. Ладно, все. А то я могу много так болтать. Да? Полюбасу не будет спать из-за того, что я не сплю. И снова прокукуем всю ночь. А потом пойдет спать. Да? Ну, ты красота моя. Садули. Девчонки. Еще раз доброе утро. Времечко 10:24. Через полчаса у меня уже начнется занятие. Меня, благо, Дима разбудил. Я все-таки уснула. Уснула на кухне.
на этой прекрасной подушечке. Дима пришел где-то в 7 чем-то утра. Такой, а что ты тут делаешь? Я такая, сплю. Вот, Дима сейчас пошел на работу, а я вот как раз жду, взяла тетрадку, чтобы что-то повторить. Тема трудная для меня. Не знаю, что сегодня будет на уроке. Вот, так что будем стараться. Плюс новые слова, стопудово они будут сегодня. Надо будет говорить, как-то угадывать, проговаривать. Чего ты кашлюнькаешь? Джейк извергает шерсть. Что? Короче, вот как-то так. Чувствую себя нормально, встала немного трудновато, но рада, что встала не в 2, не в 2:30 часа дня, поэтому 10:30, топчик. А, кстати, проснулась я, меня Дима разбудил в 9:50, нет, вру, в 9:40, даже раньше. Да, даже раньше, потому что он проснулся в 9 где-то, и вот 9:25 он первый раз меня начал будить, и вот где-то без 5:10 я вот именно встала. Но до того времени, типа, ну, 30-25 я уже валялась, типа, была в сознании. Ужас. Все, девчонки, вам удачи, чтобы сегодня хороший был день, и у меня, и у вас. Так что вперед. А еще надо будет телефон почистить. Да, я помню. Я помню, что я ночью говорила. Девчонки! У меня только что закончилось занятие, вообще просто бомбезно прошло все, но я не знаю, что я так радуюсь, просто мне настолько понравилось, но я делала кучу ошибок, я вроде как отвечаю, знаю, как ответить, я не пишу сначала на листочке, я отвечаю, там преподаватель задает вопрос, мне нужно сделать ответ, я отвечаю, но я вот до того, как она меня спросила, у меня предложение в голове есть, все правильно я построила, я уверена в этом, потому что есть схема построения каждого предложения. И у меня просто как будто, знаете, какой-то тормозняк ловится. Я такая ставлю окончание не там. Ставлю, например, предлог или местоположение, вот эти вот послеслоги, тоже не там. Сую их куда-то к глаголу. Я такая думаю, что происходит? Как только очередь не моя, я про себя такая разговариваю, все пишу, пока там человек еще один тупит, как я тупила. И, блин, бедные люди терпят меня. Ну, мы все учимся, поэтому все нормально, все понятно. Понимает. Вот, я себе быстренько пишу предложение, вот, девчонка там читает, я такая, о, у меня так же, блин, почему мне так не попалось, типа, почему я не смогла сразу понять это предложение, ё-моё, ой, ну вообще очень круто, очень круто. Чего, иди сюда, покажу тебя. Ничего, моя шлядость. Джек пришел к вам показаться, ты моя радость, такая кися. Со мной всю ночь просидел, пока Дима не пришел. Вот эта вот крохотулька была со мной. Немножко так уснула на столе. Радость моя, всегда со мной. Такой хороший, не могу. Он лапки как скрестил. Дима, есть радость. Я? Кази, покажи, скажи всем привет. Привет всем. Я? Всего такое. Вот такой. Мы сейчас будем вместе с Джейком смотреть «Битва шефов», второй выпуск. Ну, программа такая себе, понятно, что там никакой кулинарии и готовки нету, так чисто шоу-шоу, вот именно шоу прямо сделали, чисто так посмеяться, себе настроение поднять. Я... Крохотуля скоро в Карелию поедет, да, к братику своему, к Семену, большому бочонку. Хотя, мне кажется, Джейк уже побольше, чем Семён будет. Где там твоя лапа заканчивается? Все, иди. Ладно, девчонки, если я что-то буду делать, я к вам обязательно вернусь. Вот, так что такие дела.